Чеченские юноши обезвредили сбившего женщину-хулигана и сдали его полиции. Нашумевшая история произошла в середине прошлого месяца в Москве у станции метро «Крылатская». По данным СМИ, некий Михаил Горепшоев устроил драку с прохожим. Оказавшаяся поблизости 39-летняя Евгения Журавлева попыталась помочь пострадавшему подняться. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.